Зрители, мы находимся в Германии на кастом байк-шоу в городе Бад-Зальцуфлене. Здесь более 2500 мотоциклов, из них 500 номинируются на первые места в кастом байк-шоу. Это четвертый зал. Здесь появился четвертый, было всего три зала. Здесь шикарные мотоциклы. Интересно, здесь, кстати, можно курить, пить, веселиться. Поэтому приезжайте, будьте с нами. С вами был Алексеич из Мотоэм. Пока.